Друзья, всем привет! С вами Чайковская Екатерина. И сегодня я хочу ответить на вопрос, который мне задали на YouTube-канале в комментариях. Как же работать с кистями, как создавать красивые кисти, которые имеют утолщение и утонение, и которыми изображаются складки, если вы, например, смотрите на стоковые эскизы. Смотрите, у меня есть два примера интересных. Один – это футболка с драпировкой и вот такая же маечка с драпировкой. Если вам посчастливилось обладать данным эскизом, то вы увидите, что никакой специфичной кисти здесь нету. Все складки нарисованы объектами. То есть каждая конкретная складочка, при этом, смотрите, они прекрасно сгруппированы и создают ощущение ручного рисунка, как будто их кистью прорисовали. Вот они все наши складочки. Естественно, автор не рисовал каждый объект и не выполнял вот это вот утолщение, утонение, как правильно оно располагается. Для этого существуют наборы кистей. Предустановленного набора кистей в Adobe Illustrator такого плана нет. Единственное, что вы сможете найти, приблизительно похоже, вот если мы рисуем линию, вот такие как бы линейные штучки, они плюс-минус дают ощущение какого-то перышка. Сейчас я сделаю кривую линию. Вот смотрите. То есть у вас будет ощущение утолщения, утонения, как будто вы рисуете специальным пером. Но вот именно добиться эффекта, что с одной стороны тонкая, с другой толстая, не получится. Но ничего страшного. От того, что нету готового решения, это не значит, что его нельзя найти. Для Adobe Illustrator можно скачать дополнительные наборы кистей. Соответственно, можно это сделать платно, а можно это сделать бесплатно. Я в интернете нашла прекрасный ресурс, называется «Гигантская подборка 60 бесплатных кистей Adobe Illustrator». И полистав здесь, нашла кисточки, которые прекрасно отвечают задаче по отрисовке складочек. Видите, вот они замечательные. Нажимаем кнопочку «Download». И у вас скачивается файлик в виде архива. Внутри этого архива вы найдете файл .txt, wedges, вот они, кисточки, просто пример того, что есть, и файлик, в котором содержатся эти кисти. Вы его открываете в Adobe Illustrator, и вот они, ваши кисточки. Они у вас попадают в панельку кисти. Вы можете их оттуда забрать. Сейчас мы с вами применим их по очереди. Да? И вот смотрите, утолщение, утонение, толстый край капелькой, более плавная форма, более большое утолщение. Вот она вся красота здесь. И вы ее спокойно можете применить уже на эскизе. То есть если у вас будет какая-то более сложная линия, то, соответственно, она будет располагаться. Вот смотрите, пример данной кисти и пример того, что мы смотрим на эскизе. Сейчас я ее сделаю поменьше, чтобы было понятно. Вот смотрите. Очень и очень похоже. Вы можете просто сделать другую толщину. Сначала тоненькая, более толстая к центру и более тонкая опять к концу. Это один из примеров данных наборов. Вы можете поискать в интернете и найти кучу всего. Как говорится, спросите у Google, он вам поможет. Надо искать бесплатные векторные наборы кистей. Выберите тот, который вам нужен. Они всегда вот демонстрируются, что там внутри. И вы можете понять. Хочу обратить внимание на авторские права. Если раздают бесплатно, можете скачать, пользоваться свободно. Если же это платный набор, конечно, можно его где-то поискать, найти бесплатно, но учтите, если вы будете его использовать в коммерческих целях, это нелегально, и вас могут оштрафовать на авторские права. Об этом нужно помнить. Еще один момент, на который хочу обратить внимание. Как видите, все мои линии сделаны объектами. Это очень удобно, потому что я себе установила эту кисть, передала кому-то, а вдруг она там не прочитается или еще что-то происходит. Так же, как нужно перегонять текст в кривые, то вот такие сложные кисти лучше перегонять в векторные объекты. Делается это элементарно. Объект, контур,
преобразовать обводку в кривые. И ваша линия, волшебная, со всеми толстыми тонкими концами, стала векторным объектом. Теперь вы с ней можете работать как с вектором. Вот такой интересный факт. И данные кисточки позволяют создавать вот такие разнообразные элементы. Надеюсь, что я ответила на вопрос в полной мере. В комментариях вы сможете найти ссылочку на данный векторный набор. Он бесплатный, вы можете его скачать. Если у вас появились новые вопросы, пожалуйста, задавайте. Я буду рада на них ответить. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. До скорой встречи. Пока-пока.